Частный сектор на улице Линянщиков. Сюда в один из домов приехал волонтер, чтобы спасти собаку. Хозяйка уж давно была не против ее отдать. Точнее, по словам соседей, волонтеров избавиться. Но, увидев съемочную группу, женщина ретировалась. Лидия живет в доме напротив. Это она сообщила в группу помощи бездомным животным «Кот и пес», а не частной соседской собаке. Я обратила внимание не потому, что она худая стала. Худая, с дыркой в груди. Как предполагают волонтеры, язва образовалась от укола с мышьяком. Сначала это прозвучало в сигналах СОС, а затем Ирина Чернышова услышала это лично. Бывшие хозяева выкинули ее на улицу, что они ее душили, травили, делали укол мышьяка. Но сначала мы не поверили. Дня через два, через три поступила еще информация от других соседей. Я решила съездить проверить. Приехала. Вызвала хозяев, стала с ними разговаривать. Бабушка подтвердила, что да, она делала укол мышьяка ей, чтобы собака сдохла. К сожалению, наши поиски несчастной собаки не увенчались успехом. Но позже нам сообщили, что она все-таки жива. И что одна из женщин, которая проживает на этой улице, решила взять ее к себе. Арина Макарова, Константин Белов. «Наше время».